Это он взял надеть у своей мамы. Все, никак не могу привыкнуть. Сколько у Досоля пальто? Очередь, может, там до 2 часов. Здесь морепродукты все-таки не дешевые. Привет всем голодным и сытым. Меня зовут Коля. Рядом со мной мой корейский друг. Меня зовут Азер, привет. Мы живем в Корее. Добро пожаловать на мой канал. Мы сегодня встретились в эту хорошую весеннюю погоду с невесенним ветром для того, чтобы прогуляться по набережной в соседнем городе Чихын. Приехали на остров, который называется Ойдо. И здесь есть очень интересное и популярное место, куда Досоль меня пригласил вместе пообедать. Но, к сожалению, мы туда не попали. То есть мы взяли там номерочек. Там очень большая очередь. Видимо, знаете, из-за того, что заведение совсем недавно открылось, и там полно хороших отзывов. Поэтому перед нами еще 19 одыга. Перед нами еще 19 семей. Поэтому мы решили немножко здесь прогуляться по набережной. И сразу хочу вам показать отличие русскоязычного корейца этнического от местного корейца. Смотрите, как выгляжу я. То есть вот так. То есть, ну, casual style, самый привычный, самый обычный, самый комфортный. И сейчас посмотрите на моего корейского друга. Сразу переходите в комментарии и напишите, понравился ли его лук или нет. Но мне кажется, что это он взял надеть у своей мамы. Давайте мамы? Спросим. Не. И ома кое? Аня. Кесуря ома ко кате. Ну, я не знаю, это разве может быть мужским, вот с такими пуговичками? Бисаге жугу сан гоео. Дуга сосо? Нега. Но сосо? А, 친구한테 사달라 해서 샀지, 생일 선물로. А, но... 내가 초이스라고. 술 엄청 많이 마셔서. 아니요. 아니요? 아니, 한 번쯤 이런 옷 입고 싶었어요. 너 자신이 괜찮아? 아, 자신? простите за мой смех. Я просто все никак не могу привыкнуть к этому стилю. Но он утверждает, что это мужской жакет. 약간 친구가 그랬어. 노래방 도우미 같다고. 도우미 같다고? 돈 주고 아, 남자. консум, консуматорши. Консуматорши. Его друг говорит, что в этом жакете он похож на мужчину-консуматора, который за деньги в караоке наливает, поет, дает себя потрогать и так далее. 그리고 그 노래방에 가면 돈 주고 이거도 할 수 있어, 맞아? 그런 데도 있고 아닌 데도 있고 그렇지. 아 그래? 어, 그런 할 수 있는 데도 있고 아닌 데도 있고. 근데 약간 그런 느낌 나? 아이씨, 뭘 또 그런 느낌? 눈 왜 그래? 왜? 눈. 나랑 같이 다니기 창피해? 네네네. 나 이러고 다닐 건데 그럼? 아 그래? 너 в принципе если вот так ходить в Корее, то нет ничего ужасного. А, тесо, тесо. Порё! Чигым! А, бисаги дугу саттайка. Ольга чарея. Чангунге на, анчангунге на. Чангунге на, чангунге. Кэ, уши сиро? А? А, чичья, я, кэчана. А, хам бако ибо бурле? А, чи, кэсуря. А, вэ, хамам. Наконец-таки дошла до нас очередь. Прождали мы около часу. Пошли уже выпили кофеёк. Это проблема Корей. Да, если в выходные дни вы захотите поесть в очень популярном месте, то будьте готовы к тому, что вам придется ждать. И это мы еще находимся не в Сеуле, а в Сеуле эта очередь может там до 2 часов продолжаться и так далее. Эйды, эйды, мы можем. Эйды? Чамон, санга опсо. Я хангуда могу говорить. Там чамон? Там иропе шикинда? А самое интересное, Досоль бы сюда с друзьями точно бы не пришел. Вернее, не то чтобы не пришел, а они бы не стали ждать. Время ожидания длинное, поэтому они просто бы развернулись и пошли где-нибудь мясо пожарили, и все. Бол чему не со? 다시 고기랑 그 소세지 그리고 해물, 조개, 옥수수, 오징어
크랩. 어, 그 정도인 것 같은데? 해, 이제? 아, 해도 돼. 이거는 느끼하지 말라고. 느끼하게 먹지 말라고. В общем, как он уже сказал, здесь ребрышки, краб, миди, другие какие-то морепродукты, состоящие с ракушкой, также кальмар, и все это приготовлено в соусе кочудян, перцовой пасте, поэтому здесь немножко островато, и остроту можно убирать. То есть мы выбрали чуть острее шин-рамена. В Корее, когда оценивают остроту, они ее оценивают по корейскому рамену, шин-рамен стандартный. Либо по остроте такой же, либо менее острый, либо более острый. Я еще один поеду, Боги. Я хэмэль жуаника. Я хэмэль별로 안 좋아하잖아. 근데 왜 한국 사람들은 해물 그렇게 좋아해? 바다 살잖아. 형은 바다를 안 살았었잖아. 어, 그 사이즈에 어렸을 때부터 많이 먹던 음식들이니까. 그리고 우리 아빠가 되게 좋아했었어, 해산물을. 그래서 많이 먹으러 다녔었어. 원래 애기들은 엄마 아빠가 좋아하는 거 많이 먹잖아. 그래서 우리 딸도 해물 잘 먹어. 고기도 안 좋아하잖아, 내가. 아니, 고기 이제 좋아해? 아, 그래? 응, 그때 우리 한우 먹었을 때 고기 엄청 마음에 들었어요. 아, 진짜로? 아, 많이 안 먹길래. 당연히 그 한우 좋아하는 사람 없어. 안 좋아. 아, 그렇지. 어. 거의 한우 와규 섞여 있었잖아. 이제 아는데 와규는 일본소. 맛있네. 맛있는데 여기 옆에 와이프 있어야 되는데 왜 너 여기 있어? 내가 사주는 건데 너 그런 말 한다고? 아, 그래? 나도 여자친구랑 오고 싶었어요. 근데 여자친구 없어서 지금. 어? 어쩔 수 없이 형이랑 온 거예요. 이런 데를 누가 형이랑 오고 싶냐? 아, 형이 먼저 그렇게 얘기했잖아. 와. 대박이야. 이건 만두? 어? 만두 같아. 맞아? 응. 이건 형 거야. 어, 뭐야? 다른, 왜 이거 이렇게 조그매, 이거? 어? 큰일 날 뻔. 나 먹어야 돼? 어. 형 근데 새우 먹을 줄 알아? 응. 어? 우리네라 새우 잘 먹어. 형은 안 먹어? 응. 그렇지, 그냥 먹어. 통째로 먹어. 뭐야, 떡도 있네? 응. 아, 떡! 그래서 너, 그, 네이버 보고, 어? 네이버 보고 어. 이리 왔어요? 어. 네이버야 아니면 인스타? 인스타. 인별? 처음에 인스타그램 봤는데 네이버에서 찾아보니까 더 오고 싶더라고. 이거 뭐야? 떡. 떡? 어. Ainda estudar da baile do desse meu piloto aqui. 형 못 익. 뭔지 무슨 말인지 알았어? 아니. 뭐? 한 거. 거쳐? 그 괜찮아? 입에 맞아? 응? 먹을만해? 배고파서 먹을만해. 오늘 밥 안 먹었어? 먹었어요. 왜 안, 이거 왜 해? 먹어. 형 먹으라고 그러는 거야? 어? 말이? 먹으라고. 이거. 어? 아이 됐어. 괜찮아. 먹어. 어쩔 수 없어, 바빠서. 아, 남자는 이해하잖아, 그런 거. То есть даже в корейских заведениях, вы видели, встретилась нитка, возможно, от сетки, потому что обычно ракушки продают в сетке. 내가 봤을 때 조개에 껴있던 것 같아. 조개? А может быть, это от ракуши. 파스타 이렇게 만들어? 그런가 봐. Мы еще дополнительно заказали пасту. И фишка в этом заведении в том, что они пасту добавляют прямо сюда, в кастрюльку. Вы 머리 그렇게 했어요? 뭐? 머리.
머리 스타일? 머리카락? 왜? 부끄러워요. 나 자, 부끄러워요. 이 여성 자켓 입어서. 내가 더 부끄러워요. 머리 뭐야 그게. 2000년대? 부끄러워는요? 1990년대? 괜찮아. 나 어렸을 때도 이렇게 안 하고 그러니까. 너 어렸을 때? 어. 근데, 아, 초등학교 때는 했겠다. 근데 너 어렸을 때 여성 자켓도 입었어? 왜 말이 없어? 내 말이 사실이라서? 근데 진짜 오늘 괜찮지 않아? 나는? 아니 왜 그렇게 달라 진짜로? 그냥 뭐가 생겨서 그래, 아 일이 생겨서? 일이 생겨서 그냥 옷, 머리카락 스타일 바꾸고 싶었어요. 그래서 바꿨어요. 그런 게 여자 아니에요? 한국 사람들 중에 어. 한국 여자들 그렇게 해? 무슨 일이 생기면 머리카락 스타일 바꾸고. 어, 맞아요. 아니, 다음부터는 이렇게 자르지 마요. 왜? 안 어울려. 와이프 뭐라 안 했어? 뭐라 안 했다고? 구독자들이 그렇게 다 말하고 있어. 나 이렇게 머리카락 잘라서 더 젊어 보여. 학생 같대. 더 바보 같고. 왜 내 머리 왜 봐? 아, 나 머리는 안, 정리를 안 해서 그래요. 어떻게 해? 나 배부른데? 뭐 보이지? 양이 많네. 엄청 많네. 큰일 났다. 뭐가 많네. 여기 먹을 게 없어. 여기. 원래 요만큼만 먹는 거야. 하고 버리는 거야. 다음에 럽스터 먹어봐야 돼. 10만 원 나와요. 럽스터 먹으면? 근데 럽스터 집은 내가 다른 데 알아봤어요. 또 다른 데 있어. 보이도에. 근데 거기도 싸. Вот по поводу, да, когда ты живешь, когда ты кореец, ты живешь в своей стране, ты в принципе можешь решить все дела. Вот для нас, все-таки иностранцев, это не все дается легко. В общем, наш обед вышел... Ольма... Кесанесо? 85,000원. 85,000원이야? На $70. В принципе, досоле понравилась еда. Мне тоже, но не так, чтобы за это заплатить 85,000. И вот это удивительно, что несмотря на то, что Южная Корея со всех сторон омывается водами разных морей, здесь морепродукты все-таки не дешевые. Вы курки писа хэмуль? Что? Хэмуль. Я курки писа не надо бургенный. 근데 많이 먹었어. 고기 많이 먹었어? 새우 막 다 들어있었잖아. 조개. 아 근데 형 말대로 진짜 그 나온 거 대비해서 네. 좀 비싼 편인 것 같긴 해. 응. 내가 생각해. 아니 그 예를 들어서 우리 돼지고기랑 소고기 먹기 위해서 키워야 돼. 그렇죠. 오래 시간 동안 키워야 돼. 밥 주고 근데 해물 그냥 바다에 나가서 잡으면 돼. 비교하면 해물 근데 고기보다 더 비싸. 나가서 잡는 것도 네. 배가 있어야 되죠. 네. 잡아 올리죠. 네. 그리고 기름 쓰죠. 막 그런 거 아닐까 다. 그래서 비싸게 파는 거 아닐까. 다 노동이 될까. 그리고 또 항상 말하지만 네. 원하는 사람이 많으면 네. 그러니까 나온 이게 잡는 거는 딱 정해져 있잖아. 네. 근데 우리처럼 먹으러 가는 사람들이 많아지면 많아질수록 네. 비싸지는 건 당연한 거 아닐까? 그냥 또 한국은 해물을 좋아하잖아. 네네네. 봐도. 그러다 보니까 원하는 사람이 많으니까 이제 양이 많아 비싸지는 거지. 왜냐면은 맨날 똑같이 잡을 수도 없고 어떨 네. 때 많이 잡으면 그때는 좀 싸고 네. 조금 잡으면은 그때 비싸지고. 그런 거 아닐까요? 그리고 요새는 아니다. 이건 정치 얘기를 안 할란다. Кстати, прямо
за забором находится желтое море. Фишка этого моря в том, что оно желтоватого цвета, поэтому его назвали так желтым морем. И здесь два раза в день, или даже может три раза в день, присутствует отлив природный. Но мы попали в то время, когда вода на месте. Пару дебил хэвэлэнэ. Да, кстати, это место, если вы когда-нибудь будете в Корее, будете передвигаться на машине, то всем советую приехать на Уйдо. Там можно насладиться прохладным морским ветерком, также поесть морепродукты, выпить кофейку, а также можно даже там и в мотеле переночевать. И находится это место, если ехать из Сеула на машине, то примерно минут 30-40. Но бывают заторы, как это было сегодня. И проблемы, конечно же, с парковками. Сейчас мы уже сели в машину и направляемся в кофейню. Посидим там, выпьем по напитку, а также просто поболтаем, посплетничаем по-мужски. И, пожалуй, на этой прекрасной теме будем заканчивать это видео. Спасибо, что посмотрели его до конца. Ставьте жирные пальчики вверх. Также не забываем подписываться на все соцсети, которые будут указаны в описании под этим видео. И не забываем про Telegram, потому что там я публикую тот контент, который не выходит ни в YouTube, ни в Instagram. И на этом все. Всем удачи. Всем пока-пока. Также обязательно допишите его наряд. А? Не, да, это мужчина.